Здравствуйте, граждане России и всех союзных республик. Я, как и все многие, нахожусь сейчас на жестком карантине, на ужасном карантине. И, к сожалению, не могу покидать эту квартиру. Живу я вместе с собакой на кухне. Вот собака. Вот, собственно, кухня. Вы это все видите. Жена меня к себе не допускает, потому что она говорит, что я алкаш, я бухаю. И, в принципе, по большому счету, она права. Но как по-другому выжить в данных условиях, я не знаю. Потому что если остается вероятность, что если меня с дивана выгонит еще и собака, то мне больше идти, по большому счету, некуда. Потому что по предписанию милиции 2 недели я должен находиться вот в квартире. Да, полиция. Это не милиция, а полиция. Ёпта. Не знаю, мы с полицаями живем. Ну, последний вариант. Мне только идти в террариум к черепахам. Больше некуда. Объективно, больше некуда. Пока еще пес сердится, он уже начинает вот кусаться. Пес на меня сердится, но пока еще с дивана не прогоняет. Но кто его знает, как ситуация обернется завтра. А мне в таком режиме еще придется жить до среды. Среда как минимум. Максим, ты меня терпишь до среды? Ему скучно. Я не знаю. Я не знаю, как он себя поведет, как поведет себя наше правительство. Нам диктуют документы ВОЗ, а каждую ситуацию в отдельности никто не рассматривает. Вот что самое страшное. Будьте здоровы, не болейте. Мое послание ко всем русскоязычным, так сказать, потому что остальные меня просто не поймут.